Семья – это первый социальный институт жизни ребенка. Именно здесь складываются его представления о человеческих ценностях, характере взаимоотношений между людьми и формируются нравственные качества. Но не всегда семья в состоянии удовлетворить эти потребности. Это происходит в том случае, когда в семье рождается ребенок-инвалид. Конакову уже 15 лет. Организация «Надежда» помогает родителям детей с ограниченными возможностями. Наша организация, хотелось бы отметить, в этом году 15 лет. То есть 15 лет мы вместе, сплоченные родители, имеющие таких детей, особенных детей, помогающие друг другу, вместе работаем в одном вот направлении. Ежегодно организация «Надежда» в рамках Дня инвалида устраивает вместе с благотворителями праздничный вечер, на котором для особенных детей творческие коллективы города показывают лучшие номера. И этот праздник не стал исключением. Все за девочек решают, что надеть и как носить. То им бантики мешают, то кудряшки раздражают. И порою так бывает, что их хочется полить. В рамках праздника «Встреча друзей» все дети не только получили сладкие подарки, воздушные шары и смогли подарить своим любимым мамам цветы, но и поиграли со сказочным персонажем Смешинка и послушали песни юных исполнителей. Проблема детей-инвалидов касается практически всех сторон нашего общества. От законодательных актов и социальных организаций, которые призваны оказывать помощь этим детям, до человеческой моральной атмосферы, в которой живут их семьи. По словам Елены Алипкины, сейчас в организации «Надежда» входит 40 семей, у которых растут дети с ограниченными возможностями. И с каждым годом это число меняется, ведь рождаемость в стране особенных детей не уменьшается.